друзья, с вами Виктория. Добро пожаловать ко мне на кухню. Сегодня готовлю пирог 12 ложек. Пирог без весов. Я думаю, что вы уже догадались, что для приготовления этого пирога нам понадобится стандартная столовая ложка. Все ингредиенты мы будем отмерять столовой ложкой. Для приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты. Это сахар, разрыхлитель, яйца, мука, растительное масло, молоко. И цедра лимона или ваниль, это по вкусу. Полный список ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. В миску выбиваю 3 яйца. К яйцам добавляю щепотку соли и отмеряю 12 столовых ложек сахара. 11, 12. И взбиваю миксером так, чтобы масса увеличилась вдвое и побелела. Во взбитую массу добавляю 1 столовую ложку экстракта ванили. Вместо экстракта ванили можно добавить сок лимона и цедру лимона. И отмеряю 12 столовых ложек растительного масла. Растительное масло лучше брать без запаха. И перемешиваю миксером. Взбивать не нужно, а просто слегка перемешать. Молоко нужно, чтобы было слегка теплое, поэтому я его ставлю в микроволновую печь на 30 секунд. И отмеряю 12 столовых ложек молока. И немного перемешиваю миксером. И отмеряю 12 столовых ложек муки. К муке добавляю пакетик разрыхлителя. Здесь примерно 2 чайные ложечки, 10-11 грамм. Сначала немного перемешиваю вот так выключенным миксером, чтобы никуда ничего не разлеталось. И затем включаю миксер и перемешиваю всю до однородности, чтобы не осталось никаких комочков. Сейчас я вам покажу консистенцию, которая должна у вас получиться примерно. Вот такая, посмотрите. Не густая и не слишком жидкая. Подготавливаем формочку. У меня формочка диаметром, ну вот она немножко внизу такая 20 сантиметров, и сюда она увеличивается в 22 сантиметра. Ну где-то подойдет диаметр 20-22 сантиметра. И переливаю сюда наше тесто. Я очень люблю такие пироги. Это пирог из серии «Все смешал и в духовку». Замечательная выпечка к чаю на скорую руку. Отправляю запекаться тесто в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Пирог немного остыл, перекладываю его с помощью 2 тарелок на блюдо. Посмотрите, какой красивый и румяный получился пирог. Можно его оставить так, а можно украсить по желанию. Я присыплю пирог сахарной пудрой. И выложу несколько клубничек для красоты. Это совсем не обязательно, можно просто оставить так. Наш пирог готов. Ставим чай, молоко, кофе и подаем к столу. Сейчас я вам отрежу кусочек и покажу, какой получился пирог внутри. Посмотрите. Пышный, пористый, воздушный, очень-очень вкусный. Всем желаю приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите мне ваши комментарии. А я уже жду вас в новых видео с новыми рецептами. С вами была Виктория. Пока-пока!